Так, Дима арта, Дельфин арта. Так, я центр, Блуда право, Асус Аллегра слева. Не знаю, мне так кажется, что у нас наземка поубедительнее смотрится, но недооценивать нельзя. Так, мне без разницы, что брать, да? Да, смотри, короче, ты идешь слева через гору, видишь, там где тракторок стоит, поэтому по этим двум полям. Так, где у нас где трактор? О-о-о, смотрим, смотрим. Блять, Асус мог подольше полагать. Блять, не в тему. Асус уже поздно. Асус говорил, там интернет починился. О, снайперов добавили. Наконец. Так, я пошел наныли. Наныли. Ну, потому что, блядь, дали не хватало снайперов. Ты про Францию? Угу. Я просто заметил, что что-то не хватает. А вы, кстати, уверены, что Дельфин на арте будет? Он сказал. Что договоренность. А с кем договоренность? Будь фильм. Он капитан. Потому что ты на арте будешь. Да и какая разница? Уже не выйдет. Дельфин на центре бардак. А, в центре бардак. Санчес, а можешь потом сделать татру без кунга? Вот Санчес, блядь, ну вот как ты сейчас умудрился порвать, скажи, пожалуйста. Ну бывает, вот, я слушаю там. Дай сюда верну. Это мне еще и так. Убейте, блядь, бардема. Да серьезно? А, шаг, все, трофей будущий. Куда ты его убил? А Санчес, блядь. Нафига ты его добил? Такая реально нужна, что ты на автомате. Санчес, говорю, автомат должен отключать у тебя уши и зрение, да? Санчес, да. Блядь, слетай сюда вертолетом. По метке движения. Вот ты, блядь, склад переиграл. Против кого я? Против Тимоша. Слева у нас кто? Я. Ясус. Асус, давай, посмотри быстро. Да я еду, еду. Кто? Кто в меня попал, блядь? Кто меня нахуй? Убить это, блядь, не можешь. Санчес, ты, сука, мог сказать, блядь, что меня с центра заезжают, да? Вопрос, вот такой вопрос самый обычный. Ты мог, блядь, сказать, что меня заезжают, сука, с центра? Я занимаюсь этим вопросом. Ну, молодец, блядь, занимаешься, меня трахнули. Риточак! Ну, то, чтобы, ну, блядь, ну... Пару слов. Уже выиграл. Вертолет сбили, да? Ух ты, варьер БМП пробивает. Да. Конечно, у него там хорошие эти подкалиберы или что-то. Самому-то не смешно стало? Смешно. Так, а у тебя танк. Вот это еще смешнее. У меня, блядь, два танка, я тебе больше скажу. Сейчас попробую, ты сейчас. Побоишь, конечно. Да как я тебя, сука, не пробил-то, блядь, в НЛД? Какого хуя? В НЛД же прилетел. Конечно, сука, Милан промазал, блядь. Ну как может, сука, быть по-другому? Походу не там я минировал. Надо вот это говно убирать, это нам мешает. Блядь, можно помочь, а? Да, я тебе помогу сейчас. Чего это сработает? Желательно жду. Я вообще не знаю, это такая бить. А не агри его, не агри его. Сейчас я сбоку. Кому? Да? Кому? Не мне, окей. Переасу выговорить. О, попал. Ну конечно, сука, дерево. Точка работает по мне. Встану налево, да? Да пока с ней ничего сделать не быстро. Я пока буду помогать.
Вобин, как я сейчас может. Что там? Да ёбаные туры, блядь, идите нахуй с этим. Параши касаем, неимоверно. И ты это говоришь, и вроде же попадает. Второй раз в жопу, а когда он на меня прямой ехал, не попал. Что за бред, блядь? Ау, он стреляет. Это надо. Че, добивать на центре танк? Да, добивай. На центре проезд. Ну не проезд, а он тридцатка. БМП. Сдохни, сука. О, ты на него жаловался. Ну сейчас попал, да. Сейчас спору нет. Хорош, пробуй сюда двигаться. Ломито? Да. Ну сейчас я взимусь. Так, а сейчас тебе налево пусть. А я без пилот сейчас возьму. Вроде вынес. Сейчас что, мы начнем где? Захватывать территорию. Ты это возьмешь, блядь, что-то. А, блядь, это возьмешь. Да вам то ему выстрелит. Да не, может спижу. Может заберу. Так, ты еще за. Ой, нет, вообще за танком на самом деле. Давай, Вайрер, ты сможешь. Он смог. Рвем провода. Я понял. Удачное решение. Через 2 минуты Ларс, через 7 минут захан. Центр. На траке. Танк на траке. И у меня закончились ПБЕшки. Плохо. 5 попал. Так, а сейчас я к тебе из своего пила наваливать. Его, кстати, с проном что добить получится. Стан. Сорян, вот сейчас нечем с ним вообще. Сука, пушку сломал в рот. Мы тут поджигаем. Умер, скоро появится. Блин, дофига. Танк на стену. Я в курсе. Блять, вот Тимош секунда, ёбаный. Не хочет, блять, на честный танк. Да смысле? Не попал. Короче, остаться надо лево, у него слишком много техники слева. А, Олега, можешь помоги ему там? Я сейчас накоплю на Леклерк пригоню. Ну не надо, у меня просто сейчас танк надо прочинить. Как знаешь. Я сейчас прошу. Тебя там видел, сколько тебе батареек, там техники, ставящих тебя поддерживают. Врага поддерживают. Санчес, уйди на центр нахуй обратно. То есть это танчик вот, дофига ты хватил. Барабум давить, блять, но у меня леопард на ремонте. Вот реально налево сейчас срочно помешал. Ну работает туда пол. А кто-то сколько там давил? Вот это все, вот это отличный выстрел. Помогай. О, сейчас добил. Вон. Нет. Так, не попал. Так. Хуя я прострелил, вот это был удар. Есть Ларс.
давай я сейчас буду по тебе отработаю вас. По лиску. Та вон, сюда один. Здесь конкурс как раз. Хотя забей, кидай по метке в полюс. Полис полосе. Сейчас я пока. Конкурсом я сам займусь. Убрал там. О, это пехота на костюме. Еще один. Если что, вот тут снайпер лежит. Сейчас я по танкам стреляюсь. Бля, хотя еще через той фланг. Блять, по мне быстро работает. Я бы сюда не поддержал бы на твоем месте. А что там? Ну сразу. Там РПГ-29 в лесу есть. Понял. Дим, как раз здесь места, здесь места. Понял, да, она не достанет. Ну, да хуй не знаю. Я там еще миномет? А, здесь мина. О, все, не слышу. Он мне только на трек. Ты мне оба пакета отдашь? Или один? Да, наверное. Окей, тогда вторую я тебя сейчас стреляешься. Стреляешься, второй пакет куда-то сюда дай. Нам попробуй сейчас у меня в борт, наверное, отработать. Налево помощь не нужна больше, да? Я переживаю, я сделал все направо. Минак проделываю. Не совсем, но... Давай, куда второй пакет? Ну, вот сюда, по лесам дай. Я туда пехоту сделаю. У меня, кстати, спецназ, можешь слева отработать, я рашу. Мста на тебя едет. Ладно, давай налево. У меня просто не работает. А что тебе едет? Пакет. Ларс. А направо едет. Я, кстати, скоро топят нужен. Блять, промазал. Давай, тут нет, куда убить. Да прям в лес туда, там много станков и врагов. Ну мид просто куда убить. Куда именно в лес? Надо бы танк выбить, что хорошо. Я танк выбить. Давай, два танка его запишем. Все, лес отработал. Нет, чуть-чуть, больше все ломали. Мне башню поломали. Да и жопу потушил. Да, он его перемещает. ТЗХ 3 минуты. Ста налево. Ста либо на центр, либо налево. Я только хотел беспилот пустить, как. Ты меня, что наверное, ты не забрал. Сейчас буду делать. БМП-3. Так, я минирование заряжаю, БМП-3 где? На метке? Давай пробуем убивать его. Еще высаживает. Он сейчас двигается на постоянке. Учините, идиоты. Стал у меня катается без. А, это по мне. У меня минус 90. Ну сейчас 2 минуты. Сука, да пошел ты нахуй. Я беру спайс. Чмо ты под заборная, сука. Хотя в аду. Кстати, из этих беспилотники. Я хотел, но мне выбили. А нафига ты на линии фронта его запускаешь? Линия фронта у меня, к сожалению, здесь я пускал на своей горке. На горке нафига. Да не, он пускал по просто пехоте. Вот у тебя же мой, подбери его, просто пусти сам. Слышь, Санчес, вот у тебя живой, чувак. Точнее, ну труп еще не исчез. Подбери с него беспилотник. Да че за бред, как через это мы там. Полторы минуты после этого. Вопрос, почему ракета ММП уходит по наводке, Милана? Вот у меня сейчас ракета ММП, блядь. Да. Типа. И пульт управления не будет подобрать. Стрел. Крутись. Разумеется. Докрутился. А слушай. Я-то эти взял. Один танк на миду выбил. Тимаш, пидор, блядь, мне на 100 с копейками, на 140 с копейками, блядь, в ГЦ-2 выбил. Все, Санчес, запускай, можешь. А, слушай, он уничтожен. Там нет. Да, я. Понимаешь, я ж начал пускать. Он кидал по пехоте, попал сюда и его задело. То есть я пустил, он... Я возьму, у меня будет еще один. Ничего, подождем. Что, я линию обороны создал и двигаюсь дальше.
Закрепись мне в этом диске. То есть, что вот эти точки? Что вот эти точки ты держал? Можно против мусты помочь, она меня заебала. Захарч 40 секунд. Если что, у меня пума стоит на это. А так там через 10 минут. Возьму еще один на 6. Точнее, парад будет. Ну да, сейчас помогу. Рот, уже готов, ну, кидать. Есть два места, которые заминировать. У меня будет два пакета минирования. Уже думайте, куда вам минировать надо будет. Сюда. Сюда. И вторая метка тоже будет. А то есть ты побежишь где заминировать? Да, уходи. Прораж. Санчес, Санчес, погоди. Блять. Меня, меня, блять, отходит. Ты там беспилотника своего этого. Где он? Есть пожалуйста. Слушай, надо сейчас, у меня подойдет спайк, я его достану. Давай приезжай, помогай, он меня заебал. У меня спайк здесь, надо его чуть-чуть на метров 20 вытянуть вперед. Вижу БМП-3, сейчас ЗХ приеду. Давай. Ожидаем. Виносик слева кстати, по... Кстати, вот Тимош стрельнул по мне недострелом, ему что-то предупреждение повесит. Это так просто было пушка, нахуй. Он сам написал, а точно недострел. Что там у тебя? Для пэпли? Почти попал. Так-то Димка, а чё? Это будет. Я тебе говорю, тебе мясо прикнул. Сейчас он соберётся, всё, в одном месте. Сейчас БМП-3, по крайней мере, танчик попробую достать. ЗХ приехал? Сейчас БМПшку. Не шугай ее, не шугай, не шугай, не шугай. Какой не шугай? Ничего, что твою ракету видно, блять, закусывается. А, Тимош, серьезно? Вон лучше потом когда работать. Или по пехоте, которая ползет ко мне. А да не, пехоту забей, блядь, сейчас пацан вторая приедет, я ее сам. Не, пехоту надо будет, она лар засветит. А, да. А, блять, она еще МП засветит сейчас. Я сбоку сбил. Я ухожу. Блять. Сбука, серьезно? Да. Там на центре корнет сейчас. Переезжай по захану на центр корнет сделать. Сейчас я по танку отработал немножко. Есть минирование. Милан пошел. Танк повредил. Похуй ему, блядь, глубоко. Начинаем смотри, минирование. Кинь сюда и правее. Не, я прямо в лес кидаю. А. И правее. Д-30. Надо убить ее. Понял. Так, он пока на меня охотится, я не буду стрелять. Угу. Окей, вали. Я должен ехать. Сейчас по спайку плюс. Блять. Как этот хуй, блять, увидел мой ММП в глубоких шелах? Потому что он по ларше стрелял. То есть ты хочешь сказать, ты стрелял с позиции ММП? Ты пришел. А, нету? Как он, блядь, потому что здесь у тебя пехота, и тебя, блядь, видно все. Ты не догадываешься, да? Да еще по мне постоянно пытается стрелять, да ты дурак. Реально не сработано. Ок, бумер. Дай проеду. Ты, короче, видел, где я заминировал. Ты 30 да. Минус. А, ну ты сам справился. Я да тебе пришлось, сейчас... по-моему, убить. Я тебе сейчас туда мясо, красот конюк. Где дыра. Бля, я, конечно, все понимаю, но эта мста меня уже заебала. Она другие фланги не трогает, она трогает. Ты заказал кого? Не сдави мясо. И свое, и мое. Димка забаговался. Да. Я за корнетом просто не поехал. Он по твоему мясу хуярит. Минус все твое мясо. Сейчас поможем. Блять, целый отряд. А теперь я по его мясу сработаю. Блять, сделай уже что-нибудь сам стой, пожалуйста. Ну это пиздец, она просто меня всю изничтожает. Сейчас. Сначала ваш более важный, ну, важный вещи, вот, типа корнета подберу. Ну ты так какой-то не жалко было сливать. Танк спереди. Где нахуй? Санчес, у них же букля, нафига ты выходишь? Я
на свою работу. Блять, ну что ты сделаешь? Я не могу, нахуй, меня выбили, все, меня сейчас прожмут, блять, если арта по мне будет дальше работать. О, вот он, голубчик. Иди, блядь, он же станчит. Слева бук, слева бук. Да, что я сделаю, я ничего не делаю. Просто разверните и убей его. Так, у них ХМР. Вон он, Санчес, давай! Ну, теперь влево. Не попал. Ну что, выбил? Нет. Нет. Ты по другой цели выстрелил. Крусы ты выстрелил. Че? Чего не попало? Да сука. Все, продолжим. Я могу направо танк перекинуть. Блин, мне нагрузка. Мне направо пехота нужна, меня арта, блядь, всю пехоту мне учащает. Я сейчас по захапу. За какого? Здесь турбо. Беспилотник еще направо нужен, чтобы пехота сидеть. Таймер 5 минут. Куда что ехать? Куда что ехать? Пустите. Направо. Направо пехоту. Тебе сберу. А, вот тут танк. Слева. Тебе слева танк заезжает. Ну, старый, давай, корнет. Корнет, дави корнет. Давай, давай, еще не видно надо было взять. Куда он пропал? Меня просто не зацепил. Лол, тебя убили и корнет убили. А, кстати, град. Юнка принял. Но он сейчас мои... Я, ладно, направо переезжаю. Блин, мы... А почему он здесь разъебется? А не, подожди, там я ЕМР-ку на трак поставил. Нет, будет или на левую награду. Они смогут сейчас забрать меня. Я беспилот беру сейчас. Ну да, ты пока один, я пошел помогай. Убьешь ЕМР-ку, если он начнет размерять или не фронт? Угу. Так, еще три пакета ограды у них есть. Ну повезло, он слабовато пока что накрыл одним пакетом. Вот второй пошел. А мне спайк выбили. Второй сюда пошел. Да, он третий уже разминирует, но я не могу побить. Ну ё-моё, за что? Ребят, я уверен, сейчас будет. Вы выиграли за счет того, что у вас мины. За счет скилла, что ли? Корнет, ты уже сдымился. Я уже задымился. Блять, трак. Нам что, ракета упала и... А. Ладно, хуй с ним, потеряю танк, но попробую. О, блядь, давай. Он сгорел? Сейчас здесь я, кстати. Слышь, куда он сгорел всё? А на мине. Охуенная машина, да? С бэха третьи. Где? Сдай. А, вижу. А, не вижу. Откуда, где? Откуда вот меня ворон. Прилетели? Я на починку, вообще я не знаю, что-то... Вроде башня целая, но типа я не могу. Я на тракте ставлю. Так, у меня Ларс подойдет. Сюда Ларс подойдет. Будет работать. Куда тебе работать буду? Вот сюда. Хотя нет, не сюда, здесь они поворотом, блядь. В лес, может? Давай в лес куда-нибудь. Пошел. Голубые припасы есть на фланге. Так, все, я налево переезжаю. За пашкой. А, кстати, никакой инженерки нет? Конечно, повезло, что он бесполезно высечил градом. Так, есть еще один пакет. Сюда отработаем. Танк справа, осторожно. Еду, еду. А, БП. Вторая очередь. Тоже еду. Где спайки есть? Ребят, одну точку захватите тут. О, офигеть тут. Да иди ты нахуй, блядь. Просто у него рикошет от борта, мне шот прилетает. Ну, блядь, ну что за сука бред? Право, ты пичешь, да? Ой, блядь, у меня там все, пизда флангу. Санч, срочно помоги направо. Перетаскиваю технику, убираю арту на левый фланг.
Я не слушай, знаю, у меня что... ничего по очкам нет, у меня челлендер на центре стоит без мысли. И это сломано было. Он проезд до спауна делает. Я, мне нечего сломать. Я выехал. А я выйду не скоро. Я взял чего. Милан, конечно, могу взять. Да блядь, я съем, ну ты гонишь. Ну вот и я такой. Давай он боком едет. Стреляй в рикошет. Не торопись. Он НЛД стоит. Блядь. У тебя вверх пошло. Вы... Блин, не хватило на байк. Народ, будет... у нас еще 4 игрока есть помимо. Ой, еще 3 игрока помимо Асуса. Где вы все? Ну, я у меня, у меня сейчас у меня КД и таймер. У меня 17 очков, я вызову танк. Приеду, помогу. А то, что на центре есть, у меня, меня сломано в движном состоянии. Почему башня сломана? Ты можешь блять только. Да блять! Блять, вот у Асус, у тебя гранатометчик бежит. Асус, гранатометчик, останови. Так, я Дживелин взял. Бегу. Ну чё, кстати, пульт сможет. Я могу с автоматом. Да блять, пульт сломали. Еду. Ну куда нам? Я бегу этим дебилом. Стой, он горит. Походу сейчас горит. Но он не сгорит вообще. Всё. Да. А теперь горит. Жди, Асу, жди, сейчас будет разрыв. Теперь он мне арта долбит. Блин, я не успел пеху раскидать, мне тоже там. Нахуй пехоту подогнать, ты прям упор. Да он везде стреляет. Я надо заправки при зарядке. И есть это камп спортивный. У меня, блядь, М5 стана встала. Фанги, ёбаный рот. Все, еду, её убивать, жди. А, опять они малепик спизди. Дарел фланг летит. Слушай, я тебе пехоту гоню, Асус. Ой, Асус, Буда. Асус, да ты понял, где Асус стоит? Вот здесь стоял. А нужно точно не. Че нет? Вот тут грузовик инженерный, по ним поднимается. Так, густелот дым пустился, что на центре там. Армата направо. Армата направо? Вот только идем, мне, блядь, хватало. И Тимоша причем армата. Да, кто бы сомневался, блядь. Он меня сейчас заебет. Нужен спайк. Спайк нужен срочно. Я тащу к тебе спайк. Так, я пока танк свой левый тел поставлю. Пришли что-нибудь направо. Стас, чего ты молчишь, там Стас дистрит? Башню сломал. Повредил. О, на гусле, хорош. Она на башне. Пусть дядь, он ко мне. А, на башне или на гусле? На гусле. Вот тут а этот. Вот тут а вот это хуйня, я блядь. Все, я блядь, за КВ армату. Ну ебана. Ебана жизнь. Одну армату выбил. Я Дживелин несу, Дживелин несу. Одна в 100 минус, еще раз говорю. 100 минус? Слева. Отлично. А справа я у меня атакам спромазал, понял? А, армату я выбил. Ебись, я сейчас пехоту начну. Когда ты сюда поехал? А, ешь не выбьет. Вот нас чем что-то. Так, сейчас, сейчас налево приеду по ЦХ помогу. Я из спайка. Асус помог, а, все. Так, у меня 101 очко. Ой. Да, Асус, пехота тут воронка, да хуя. А, бля, у меня еще будет. Сейчас подавим его, подожди, я говорю. Я спайк здесь поставлю. Угу. Не, больно близко, вот сюда правильно. Там не его скинь, надо будет конечно бежать. А. Насылай. Он комбо там. Чё, сука, тебе ж приятно, когда тебя трахают, пидар разлить. Блядь, ну куда ж ты выстрелил? Нет, нет, только не спайк! Чё такое? Всё нормально. Попасть.
там, блядь, там, где везде еле-еле едет. Ну да, я надеюсь, я тебе помог. Да, спасибо. Едем, едем, соседняя. БМП-3. Я пока слева с армата помогаю. Блять, попытаюсь ли на бегло поставить. Искандер по мне, хорошо. Я выбил ее. Смотри, 30 секунд у меня только будет, а этот. Походу минус башня. Слышите, у них Искандер один живой есть. Да, у армата минус башня. Красава. Шо, блять, пососал хуя ему. Приход тебе теперь отработать. Сейчас займусь. Захачен 20 секунд, ну вот. Ну, по тебе град, лоб. Сейчас бы на один варьер ракет кидать. Да, если шо, отлично, возможно, будет армата сейчас накрыть, если мы за. А, справа мста стреляет, не вообще? Ну, по мне град работает справа. Вон он. Что это? Сейчас град одной ракеты пустил и все. А, вот. Взял стрелять. Еще одну высоту. Левый, вторая мат. В смысле, а в чем прикол, блять? Он стреляет с града одиночными ракетами. А, еще одна армата выехала. Я еду, по-моему. Блять, пока бы. Стас, по-моему, вот здесь поехали. Я придержаюсь. Асус, давай в проезд. Асус, давай в проезд. Мне сейчас мне вообще сейчас не до проезда. Вы предупреждаете, если увидите большой, то можно ракеты Искандера. Что, он минус башня. А почему? У меня на 27 плюс нету никакой защиты от ракет. Только система предупреждения. Активная защита. А че ж вы не сказали? Система предупреждения. Я, блин, я сюда фугас. Давай, 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 красава, красава. Нет! Я предупредил. Ты все предупреждал. Ну когда прилетел фугас уже. Я тебя сразу приехал еще. Я экзактор возьму, чисто очков помогу вам. Минус одна. Бог здесь. Да, подбита. Уста минус. Запомните там метку слева, на слева, слева, смотри, едет. Вижу. Слушайте, запомните метку на бук, срочно. Сохраним. Там еще вот... Град, 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 нахуй! Блять, я погоди, тут бэха третья. Наград направо, едь наград, наград, вот он. Бэха уехала. Чё, как пума живет? Град минус. Пустил бок. Бок минус, можете брать вертолет и все, что с ним связано. Что я купил на прошлом очко, у меня еще. Какой? Ну, потому что посмотри на правый фланг, блядь. Пол. Buddy joined your channel. Buddy joined your channel. Buddy.